Друзья, всем привет, всем доброго, мирного, спокойного неба над головой. С вами Женек, а вы на канале «Говорим про eBay», друзья. И на этом канале каждый из вас может научиться и стать продавцом на eBay и не только, друзья. Те, кто уже со мной год, вот как раз стукнуло год недавно этому контенту именно. Канал был создан давно, но именно вот контент про eBay, вот ровно год вот уже прошел, как я выпускаю ролики, кажется, за 100 роликов зашло уже. Так что, друзья, есть что посмотреть, есть чему поучиться. Вещи, которые я рассказывал в прошлом году, они относятся и к нынешнему году. Не особо много изменилось, так что следите, слушайте и смотрите. А сегодняшняя тема, друзья, я продолжу рассказывать про продукты с Амазона. Мы перескочим на 2021 год. Но до этого всего, вы же знаете нашу церемонию, друзья, надо поставить лайк, оставить длинный, хороший, добрый комментарий, подписаться под этот канал, друзья, мы пробили 700 человек, так что давайте вперед, только вперед и еще раз вперед. И, соответственно, друзья, в это время, пока вы делаете эти три функции, вы подписываетесь в группу в Телеграме. Все это бесплатно, друзья, все это не стоит ничего вам. Так же, как и та информация, которую я вам выдаю. Так что добро пожаловать. И без лишних замедлений давайте перескочим на Amazon. Друзья, добро пожаловать на мой Amazon. На мой старый Amazon, которым я когда-то пользовался. На мой первый Amazon. Те, кто еще не был в предыдущих роликах, не видел их. В этих роликах я показываю, что я продавал. Рассказываю немножко о продукте. И надеюсь, что это помогает и вам тоже. Принять какое-то понимание, получить, что можно продавать и откуда можно продавать. И, как вы можете видеть, 2021 год был более интенсивный, чем 2022. Здесь было 750 продаж только с Амазона. Страниц будет побольше, давайте, я знаю, там, ну, по 7 страниц на ролик. Опять же, вы же помните, есть видео, есть товары, которые повторяются, так что... их не надо будет объяснять про них снова и снова. Я не помню, что там было в 2020, так что я начну объяснять здесь про каждый товар, пока он не будет повторяться. И первый товар у нас, друзья, тоже относительно недорогой товар. Люди любят сет из 6 стеклянных черепашек. Стоит он тоже довольно адекватно, и он продавался у меня довольно много. Относительно, да, друзья, относительно, не знаю, к бите. Следующий товар, это у нас крюк. Ну, вот как у капитана Хука, если вы помните, из мультика Питер Пэна, из фильма Питер Пэна. То, что у него этот одной руки не было, одной ноги там, кажется, не было тоже. Весь он покоцанный был из-за крокодила в озере. Вот, тоже такой хэллоуинский предметик, прикольный, некоторым ли он заходил, покупали. Не могу сказать, что много, но покупали. Следующее это у нас монета в виде луны. Кому-то нравилось, несколько раз у меня ее тоже купили. Ничего особенного я не могу про нее сказать. Потом у нас вот такие стеклянные баночки для переодеваний, для тех, кто играет в какие-то ролевые игры. Не половые ролевые, а ролевые театральные игры и всякое такое воссоздают старые эпохи и тому подобное. Вот такие вот две бутылочки. Потом камень. Ну, если кто разбирается немножко в кристаллах, амнеститы, там, я уже не помню, кварцы, вот эта вся тематика энергетических кристаллов и не только. Вот, это относится к этому. Это, кстати, очень популярная тема. Советую ее записать себе в голове. Потом стеклянная ящерица. Тоже маленькая вот такая вот штучка. Довольно много у меня, кстати, продавались эти ящерицы. Потом, друзья, огромная коробка, которая в ней какие-то специи для поджигания, свечки, еще что-то. Это, в принципе, чтобы производить какие-то ритуалы. Ну, люди, которые занимаются как бы магией и всякими такими там гаданиями, вот для них вот это подходит. Тема очень такая, ну, людям тоже, многие занимаются этим, людям нравится. Потом такие мочалки, две мочалки для лица, одна синяя, одна розовая.
тоже довольно много у меня продавались. Мягкая игрушка в виде суши. Ну, один или два раза продалась. Расческа для лица. Опять у кого акне, у кого этот много прыщей, всякое такое. Или он работает на работе, где лицо и поры загрязняются, друзья. Отличные. Я прямо им рекламу делаю. Отличные щеточки для лица. А мы переходим на второй листик. Потом у нас, друзья, вот такая накидка на стену. Этот, как картина, только она тряпочная. В виде там зодиака, всякое такое. Тоже довольно хорошо у меня продавались вот эти вот вещи. Что следующее? Набор для чистки ушей. Вытаскивать серу из ушей. Потом вот палка для очистки лица. У кого черные вот эти точечки, выдавливать вот это все. Дневник. Заметьте, кстати, цены, друзья. Я останавливаюсь довольно долго, так что смотрите цены. Вот такой вот дневничок, более такой готический, такой относится больше к фэнтези. Потом, если вы знаете, такие пластиковые шарики, ими можно наполнять цветки и всякое такое. Или можно натягивать там цепочки, всякие красивые вещи делать. Следующее, это у нас еще одна мочалка, это расческа для лица, можно так сказать. Тоже чистить всякого рода загрязнения кожные. Дневник, дневничок очередной такой готический с замочком. Тоже довольно хорошо продавался. Энергетические кристаллы, 7 штучек. Опять это расческа для лица. И сет, вот этот сет у меня, кстати, неплохо продавался. Сет для начинающих ведьм, я буду так называть, или ведьмаков, как вам будет удобней. И идемте дальше. Потом у нас а-ля Юла, а-ля ханукальный Савивон. Это, ну, кто живет в Израиле, он знает, что есть праздник, где вот крутят такие вот вещи, и на них написано «Большое чудо». Было здесь, если не ошибаюсь. Нес Гадоля Япо. Ну, не берите меня на слово, я, может быть, и путаюсь. Вот. Ну, у меня 4, как бы 4 стеночки, 4 угла, и на каждом углу буква, которая обозначает слово. И, ну, не будем сейчас входить в иудейский, израильский фольклор. Давайте пойдемте дальше. Опять потом у нас какой-то сет для чистки лица. Дневник. Вот этот дневник, кстати, у меня продавался довольно нормально. Потом доска для вызывания духов. Если вы помните, проклятая эта доска. Проклятие с доской, друзья, кто посмотрел предыдущие ролики. Но я не могу отрицать, что я продал больше, чем, кажется, 35 штук точно вот этой доски. Потом стеклянная игрушечка в виде кактуса. Опять энергетические кристаллы. И монета. Монета, там что-то нарисовано, друзья. Не помню, почему я выбирал. Просто мне понравилось, я поставил. Потом опять сет для чистки ушей. Опять эти мензурки для волшебников, для переодеваний. Дневник, друзья. Очередной дневник. Они различаются между собой, но вы видите, какая тематика. Это более такие, как будто это какой-то старый альманах, если я правильно подобрал слово. Такой вот, его выкопали из какой-то старой библиотеки. Вот такого рода дневник. Давайте следующую страницу посмотрим. Потом у нас, кто дети 90-х, наверное, дети 80-х, 2000-х. Если вы помните вот эту штучку, вот эту пружину, которая она была разноцветная, радуга ее называли. Была вот железная, алюминиевая, и вот мы перебрасывали с руки в руку, вот так вот тоже. Ну, короче, друзья, кто помнит, тот помнит. Потом опять сет с разными бутылочками, баночками, для того, чтобы можно было колдовать, делать какие-то ритуалы. Доска, только это не доска, это вот сам указатель, вот этот я продал.
Потом цепочка, ну тоже какой-то вида кулончик, цепочка, всякое такое. Ничего особенного, в принципе, с красным камнем. Потом у нас опять это расческа для лица. Опять тряпочная картина, я буду это называть, которая вешается на стенку. Таперсти называется на английском. Кристаллы и доска. И, друзья, мягкая игрушка в виде совы. И если вы помните, был мультик как раз про сов. И вот это под эту тематику тоже можно было ну, поднимать игрушки. И очередная палка для ушей. Друзья, почти закончили. Почти закончили. Потом у нас монетка опять монетка не для чего. Монетка Луна, которая уже была. Как вы видите, она продается. Фигурка слон стеклянный. Сет для чистки лица. Вы видите, начинается повторение. Сет для ведьмака. Опять доска для вызывания духов. Забыл. Морская лошадка. Морская лошадка, миниатюрка стеклянная, компас, контейнер для пилюль, как вы помните, с чудо-женщиной, сет для очистки лица, камень энергетический, который составлен из 7 разных камней, вот такой вот кусочек. Друзья, соска для детей, которая помогает лучше зубам прорезаться. Давайте еще два листика и подытожим. Вы видите, повторяется дневник, который уже был. Опять эта щетка для лица. Опять сама планшетка, которая двигается на доске. Потом стеклянная жаба. Кстати, неплохо у меня продавались вот эти стеклянные фигурки вообще. Как вы видите, ящерица, скорпион, дневник. Это две палки, друзья, если вы знаете, вот так вот ходите и ищете духов или всякую энергию, которая набирает обороты с помощью этих палок, реагирует на магнитные поля, вот эти палки, аномалии. Палочка для очистки лица и стеклянный кит, друзья. И последний листик. Опять тряпочная накидка на стенку. Опять ящерица стеклянная, опять коробка для ведьмаков, ведьмачек. Здесь это сет из 9 колец в виде змей. Это доска, которую вы уже видели. Это сет для чистки лица. Это, друзья, рука для тех, кто тренируется на покраске ногтей. Так что это тоже довольно практичный товар. Потом у нас кристалл, такой большой здоровый кристалл и дневник, друзья. Вот сегодняшний этого ролика продукты. Я надеюсь, что вам понравился старт, дал вам немножко еще больше идей. Давайте перебросимся на большой экран и подытожим. Друзья, вот об этом был сегодняшний ролик, об продуктах, которые я продавал в 2021 году с Амазона. Я надеюсь, что он помог вам этот ролик, как и все остальные, которые я делаю для вас, друзья. Они бесплатные. Я не беру ни у кого ни за что деньги, друзья. Может быть, даже больше плачу, потому что люди мне помогают, как бы по моим интересам. И также, друзья, те, кто еще сомневаются в себе, друзья, хватит сомневаться. Я тут, многие люди готовы тоже вам помочь. Вы не сами, мы все вместе, мы все плывем на одном корабле по имени eBay, друзья. Поднимайтесь, места еще очень-очень много, всем хватит. Так что ждем вас на этом круизе. Это длительный круиз, друзья, может быть даже в длиною жизнь. Так что полный вперед и всем добра и много здоровья, друзья. С вами был Женек, и вы были на канале «Говорим про eBay». Всем пока.